Кулаки вместо пиццы. В центре столицы сотрудники кафе избили своих посетителей. Видео сняли таксисты, которые находились неподалеку. Инцидент произошел около 3 часов ночи. У молодого человека и его подруг возник конфликт с директором пиццерии. По их словам, управляющая откровенно оскорбляла гостей заведения, кричала на них. После этого официанты выдворили компанию молодых людей на улицу, где сотрудники пиццерии, собственно, применили против них силу. Как рассказал один из пострадавших, причина конфликта так и не стало ему понятно.